Благодаря совместным усилиям муниципалитета и аграриев района, несмотря на засуху прошлого года, хозяйства смогли своевременно приступить к весенне-полевым работам. В этом году сев яровых планируется провести на площади более 14 тысяч гектаров, что на 6% больше прошлогодних площадей. Основные задачи, которые сейчас решают наши сельхозпроизводители, это закрытие влаги. Важно, что наши сельхозпроизводители, несмотря на прошлогодний засушливый год, смогли изыскать возможности для решения всех задач, которые ставят перед ними весенне-полевые работы. Первыми приступили к данной работе это механизаторы племзавода «Алга», агропкомплекс «Прикамье», ООО «Раздолье», СПОК «Зарина», СПК «Заря», хозяйство фермерского Анатолия Абдуловича Апаева, который работает в сельском хозяйстве самостоятельно уже с 1991 года, более 30 лет. И отличается очень высокой культурой агротехнической, высокими урожаями. Активные весенне-полевые работы идут и на полях одного из опытнейших фермеров района – Анатолия Абдуловича Апаева. Его крестьянско-фермерскому хозяйству уже более 30 лет, и свою работу он знает досконально. На сегодняшний день КФК завершила посев яровой пшеницы на площади 100 гектаров. Осталось у меня всего лишь 40 гектар посеять. У меня 200 гектар, а зимой пшеница посеяна. Ну, так, сходы хорошие, очень зеленые. Остальные пар, чистый пар останется. Это уже осенью буду сеять. Подготовку почвы уже на следующий год. Целое лето обрабатываем, чтобы она черная стояла, без сорняков и ничего. Вот это называется чистый пар. Засухи не будет, он центнеров 30 даст, а зима. Ну, яровая до 20. Позапрошлом году ячмень вот до 30 даже дал. Но в прошлом году засуха у нас была не везде. А так все нормально. Несмотря на засуху прошлого года, его хозяйство благодаря профессионализму в культуре производства получило урожай более 16 центнеров с гектара. Фермеры отмечают, что почва нынче хорошая, не сухая, а бронование уменьшит испарение воды из нее, что очень важно. В данный момент у нас задействованы 3 техники. И сейчас вот идет влагозадержание, баранование. Это второе поле, вот 70 гектаров. 70 закончили вчера одно. Ну а потом в дальнейшем здесь сеять будем масленичные репродукции. Рапс называется. Нынче вот первые попробуем, что получится. И дальше видно будет. У нас пшеница, ячмень. И вот рапс, ну и сеноугодие есть, многолетка. В ходе рабочей поездки по сельхозпредприятиям глава администрации района пообщался с фермерами. Обсудили ход текущих дел и планы. Как отметил Алексей Горбачев, несмотря на все трудности, хозяйство района обеспечено кондиционными семенами. Продолжается подкормка озимых культур. Главная задача – своевременно в оптимальные агротехнические сроки завершить весенне-полевую кампанию, чтобы сформировать хорошую базу для урожая 2024 года.